Всем привет, с вами Психиатр, мы продолжаем играть в GTA San Andreas. Так, друзья, ну и я немножко погуглил, посмотрел, почитал, поизучал вопрос, связанный с дополнительными миссиями, которые нам осталось выполнить. Я посмотрел, где находится задание, связанное с вот этими с чекпоинтами, которые нужно собирать. Я посмотрел по поводу заданий в тирах. Я не смотрел по поводу миссии курьера, но посмотрим, если время останется. Вот, я как бы на паузу поставлю, просто чтобы сейчас не забыть все это дело. Короче, давайте начнем, наверное, с миссии амунации. Нам нужно, короче, приехать просто в любой тир, я так понял. То есть, их тут много может быть в разных местах. Нам нужно найти хотя бы один и тупо просто быстро выполнить задание. Вот и все. Я так понимаю, тиры эти есть в каждом из городов. Вот, не во всех амунациях они есть, как я понимаю. Вот, но я думаю, нам повезет, и мы найдем в первом или во втором. Короче, в одном из этих ближайших... В одном из ближайших... Вы поняли. Короче, будет. Все будет, все найдется. Вот. Ой-ё. Куда я, блядь? Я куда-то не туда немножко. Я думал, тут помельче. Ну ладно, ничего страшного. Короче, идем. Плывем. Плывем, едем, бежим. Все делаем. Нам нужно не забывать прокачивать велосипед. Но чтобы его прокачивать, нам его нужно, естественно, найти. В этом городе, кстати, редко встречаются велосипеды, по-моему. Я их тут что-то вообще не замечаю. Ну ладно. Да сядь ты хотя бы на что-нибудь уже. Поэтому придется ехать на том, что я нахожу. Но в остальном будем стараться кататься на велосипедах, чтобы сегодня еще и выполнить задание на горе Чилиад. Да, по горе Чилиад ничего не гуглил, ну, разберемся. Выполним сначала одну миссию, потом посмотрим, открываются ли нам новые. Или они там где-то, ну, нужно искать местоположение всего этого безобразия. Короче, разберемся. Есть здесь тир? Тир здесь, судя по всему, есть. Отлично. Короче, в чем прикол? Это не 4 разных тира, а это 4 разных задания в конкретном тире. То есть нам должны дать 4 разных оружия, и мы будем стрелять. Вот в чем суть. Уничтожь все мишени, твоим рот бежит, целься в красные зоны на мишени, уничтожь первые 3 мишени. Окей, без проблем. Первый раунд. Вот, я так понимаю, тут 3 раунда будет, так что нормально. Опа, опа. Опа, 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 опа. Я первый, отлично. Хорош. Красиво, патроны. Мне интересно, бесконечные или нет. Ну ладно, похуй. Изи, ёпта. Первый раунд пройден, без проблем. Жалко, я в чуваков не могу просто взять и выстрелить. Это было бы неплохо. Так, окей, тут то же самое, все, только мишени будут на нас ехать, без проблем. Изи, изи, они только по одной цели попадаются, когда я уже полностью все сбил. Да, блядь, какого хрена? Ну, с пистолетом вообще никаких проблем не возникает, естественно. Ну все, чуваки, куда вы лезете? Куда вы лезете? Я 3 этих расстрелял, пока вы только с одним справились. И теперь 3 раунд. Он, я так понимаю, должен быть посложнее. Будет только одна мишень на 3. Да. Тут как бы надо успевать. И такая же фигня была в Vice City, на самом деле. А что все стреляют-то? Охуели, что ли? Нет? Мы еще не начали, ублюдки.
Короче, тут еще на самом деле на удачу, потому что может тебе не повезти. Вот, ты можешь стрелять туда же, куда и твои соперники. Блять, быстрее можно? Ну, у нас 17. У нас 17, у них 3-1. Тут как бы без вопросов. Да, блядь, перезаряди, говно. А! Я 21 сбил! Лохи. Испытание пистолетов пройдено. Отлично. Дальше у нас окей. Короче, тут 4 оружки будет. Все, без проблем. Изи. Следующий. Ля, они быстрее, кстати, стали стрелять. Но это им все равно не поможет. Потому что я уже победил. Отлично. Все. Не знаю, получится сегодня. Может быть, получится сегодня все задания выполнить, как я и хотел. Вот, если мы уложимся примерно в час 10, будет отлично. Потому что я думаю, с тирами займет времени намного больше. Я думаю, придется разъезжать по 4 городам, искать все это дело. А тут все более-менее нормально. Давай быстрее. Отлично. Второй раунд тоже пройден. Следующий. Давай, 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 давай. Ну ты чё? Ага. Так, тут сейчас все вместе стреляем. А чё не попадаем-то, ёбана? Ебать, соперник 2-4, у меня только 3, почему? Во, и ты что, с ума сошел? Что, блядь, меня вот соперники выигрывают в тире. Сука! Козлы! Ебаная перезарядка. Вот я тебе говорю, тут можешь не повезти. Ты можешь стрелять, а они, блядь, перед тобой. Выносить эти точки. Микро-СМГ, испытание пройдено. Отлично. Еще 2 оружия у нас остается. Ууу, это что такое? Это еще дробаш? Бляха, дробаш. Ёбана. Из дробаша сложно промазать. Он стреляет медленно. Тут, блядь, надо торопиться. На третьем испытании, чувствую, будет сложно. Из-за того, что эта хрень медленно стреляет. Ну ладно. Нормально, нормально. Я все равно быстрее фигачу, чем они. Ну, испытание, блядь, точно такое же, как было в Vice City. Прям один в один. Без проблем. Отлично. Еще один, окей. Отлично. Все. Красота. Давай третий раунд попробуем, посмотрим. Надеюсь, все получится. Если нет, будет обидно. Ну, видишь, они сразу фигачат. Кто, блядь, успел, того и тапки. Потому что ты тут можешь одновременно стрельнуть. Блядь, ну от какого хуя? Вот смотри, что происходит, а? Собаки, блядь. Стреляют гандоны туда же, куда и я. 8-8.
12, нормально. Набираем, набираем. Хорош, пятнашка. Еще 5 очков. Еще 2. Все четенько. Изи, ёпта! Сюда, сука. Это следующий ублюдок. Так, ну и последняя пушка. Что здесь? Дробовик, испытание пройдено. Ну это, блядь, понятно. Ёбана. Как-то близко. Ну да ладно. Ну это полегче, чем из дробовика, конечно, хуячить. Дробовиком-то я вообще в GTA-шке не пользуюсь. Ну, блядь. Отлично. Изи. Следующий. Ну все, я, блядь, по одному выстрелу делаю. Красота. Давай перезаряжай, дурень. Все. Так, ну и теперь третий раунд, последнее испытание. Погнали. Давай, 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 давай. Как долго идет заставки? Хорош пиздеть. В бошку сразу. Четыре-три, серьезно? Еще как много ты набрал? Да блядство! Нормально. Ебаная перезарядка. Девять-шесть, еще смотрите, сучки. Не уезжай! 12. Бляха, десятку набрал. Ты как это делаешь-то? Да ебаный в рот. Бляха, 14-14. Что происходит? 17. Нормально. Еще 2. Еще 2. 20 собью я. Сука. Все испытания в Умнейшн пройдены. Еще одна галочка в нашем списке. Отлично. А, награды нам никакой, я так понимаю, не дадут. Владение полуавтоматом улучшено. Больше практикуйся, достигнешь уровня убийцы. Да окей. Ну, я больше не буду практиковаться. Я прошел задание, и этого достаточно. На самом-то деле. Хорош. А, дальше, значит, открываем карту. Едем выполнять в таком случае... Ну, миссию курьера я уже говорил, я не знаю где. Короче, по поводу всех вот этих BMX-ов, хуиксов. Одна миссия, я так понимаю, она где-то... Где-то она, бляха. Где-то, короче, тут, в этом райончике. То ли здесь, что... Нет, не здесь. Где-то она ближе к городу вроде бы была. Сейчас, сейчас, секунду. Так, все, вот, нашел. Короче, где-то вот здесь, вот я так понимаю, вся эта фигня находится, вот. А, я что-то не там стал смотреть изначально. А, можно поехать сначала сюда? Вот, можно поехать сначала вот сюда. Вторая эта миссия находится там, где мы автомобили доставляли. А, ну, в принципе, да куда ближе, туда и поедем, наверное. Давайте сюда. Так вот я поставлю и погнали. Так, единственное, что мне бы найти велик, прежде чем ехать. Чтобы у меня и прокачка заодно шла. Потому что это не дело, что мы на мотоцикле едем. Может, где-то будет стоять среди домов. Припаркованный. Велосипед. Нет, ничего здесь такого нету. Блять, почему на великах тут никто не ездит? Это неправильно. Вот же стоянки для велосипедов даже есть. Ни одного велосипеда.
Ладно, хуй с ним, может быть, где-то по дороге я увижу. Если увидим, обязательно возьмем. Вот, все, я для себя запомнил, что нам нужен велосипед. Если увидим... Просто тут в этом городе, мне кажется, реально великов почему-то очень мало. Кстати, во-первых, сохранится. Во-вторых, очень удобно рядом здесь есть домик, который нужно бы прикупить. Ну-ка, спокойно, 20 косарей, нормально. Недвижимость приобретена, отлично. Давай зайдем. Сколько у меня? 25 тысяч, да? Да, ну ладно, нормально. 5 миллионов, главное, еще есть, а 25 тысяч пускай будут на мелкие расходы. Надо бы еще в казино зайти, чуть-чуть их, чуть-чуть совсем пограбить, ну. Самую малость. Каплюху. Вот тебе проблем, съебался отсюда нахуй, бля. Ты кто, блядь, такой, сука? Чёрт ебаный. Так, едем. Я думаю, блядь, ну по железке, если сейчас поеду, то Моцк я... Ой, то этот я точно не найду. Мне бы хотя бы переехать. А то там ебать. Мост. Вот, было бы неплохо. А там выйдем на обычную дорогу и... Все будет нормальненько. Где обычная дорога? Дорогу мне! Вот дорога. Ага, я сюда фиг заеду, я понял. Вот так вот нормально. Ну вы что делаете, ты? Вот упыри, а. Неадекватные, сука, черти. Все, едем и... Опа! Дружище! Тебе сегодня не повезло. Знаешь почему? Ты слышишь, школьник ебаный, слезь с байка. Куда ты собрался, дурень? Вот так и все. Вот так и все. Нехуй было, блядь, уезжать от меня. Все, я погнал. Да ёпта. Я погнал, буду жать W, чтобы ехать быстрее. Блять. Вот так, конечно, делать совершенно не стоит. Это абсолютно точно. Залезь. Поехали. Да хорош, ты чё во все эти косяки цепляешься, ну? Вот ты дурень. Так далеко нахуй не уедем. Надо на свою эту выскочить. На свою полосу. А то это ж беда. Давай, 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 давай. Все, этот моцк мы не отпускаем сегодня. Сегодня катаемся на нем. На нем, на нем, на нем, на нем, на нем. Только так. Давай, дружище, давай! Ой, я не специально. Я там не мента сбил. А что не едем-то? И что такое? А ты чё, блядь, не ехал-то? Я жакал, жакал. W. Жмякал, жмякал, а ты не едешь. Блядь, менты, сука. Пидорасы. Они почему-то не реагируют на мой этот велосипед, возможно, им похуй. Возможно, они думают, какой-то школьник переросток катается, что за ним гоняться. Во, навык велосипедиста, блядь, чуть-чуть подрос. Давай, 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 давай. О, нормально. Красиво. Я думаю, мы сейчас за серию прокачаем на полностью этот велосипед. Ебаный. Сможем спокойно выполнять миссии. На горе Чилиад. Так, короче, вот где-то тут. Где-то тут, как сюда заехать, скажите мне. А, ебать, так это знакомое местечко. А где мне взять? Тут что, велик, моцик? Чё тут?
А где транспорт-то, ёбана? Как мне миссию начинать? Я тут был. Я тут граффити закрашивал. Ага. Блять, так он такой же. Ну ладно, я пересяду. Я пересяду, мало ли что. Пройди все контрольные точки, пока время не истекло. Без проблем. Ебать, как их много. А в смысле, уже что ли? 9 секунд? Молодец. Молодец. Ага, тут, видимо, как-то подпрыгивать нужно. А, блядь, я забыл, что W-то нужно прожимать. Вот я во флежуй. А как вот эту? А, ну, видимо. Видимо, вот так вот. Видимо, вот так вот. Отлично. Так, вот с этой нифига непонятно. Блять, едь, пожалуйста, быстрее. Ты возьмешь эту хуйню? Красавчик. Так, вот это нужно непонятно как взять. Тут прыжочек. А до этой как? Я, блядь, так далеко не допрыгну, нахуй. И до этой я так далеко не допрыгну, в смысле? Как понять, блядь? Да залупа ты ебучая, едь. Ебать, я как туда попасть-то должен? Он, блядь, не этот. Я не долечу так высоко, вы издеваетесь? Блядь, тут есть кольца, которые вообще нереально, по-моему, взять. Или нет? Или реально все? Да едь ты, дурень, что ли? Чё с тобой не так? Ну, пиздец. Ну, он встал, блядь, ебан. Ну какого хрена? Пиздос. Ну вот как вот то кольцо взять, я вообще не вкуриваю. Блять, ну еблан, а. Да он не заезжает, нахуй. Жопу. Да что он вообще не едет у меня? Пиздец, просто миссия... А, естественно, миссия провалена. А что ты хочешь от меня? Я не понимаю, блядь, как эти кольца ебаные взять. Тут есть кольца, которые вообще хуй возьмешь, по-моему. И что? И как мне заново начать миссию? Можно узнать? Прекрасно. А как заново миссию-то мне теперь начать, эту ебучую? Что-то я не совсем, блядь, понял. Ты появишься? Нет, собака. Так это, блядь, тот же. Сука. Бляха, может тут как-то наклоняться нужно? Это он, блядь, какие-то трюки крутит. Ну это, блядь, на заднем колесе. Ну он так нихуя не едет у меня. Блядь, так он, сука, башкой ныряет. Ну-ка, если разогнаться. Да мне похуй, что на нее напали. Чувак, как бы вообще... Да пизда, вот это я точно делать не буду. Вот эти территории отбивать. Я вам сразу говорю.
Я что-то не совсем понимаю, там есть места, до которых я хуй допрыгну. Это я сейчас что катаюсь, я просто тренируюсь на самом деле. Вот. Я думаю, может, я какие-то приемчики тут не знаю. Блять, ну и как мне теперь заспаунить появление ебаного велосипеда здесь, скажите, пожалуйста. Можно, давайте я уеду чуть подальше, я не знаю. Теперь ты сможешь совершать более высокий... О! Значит, на более высоких... Так, блять, тут нужно, получается, тоже прокачивать всю эту хуйню, чтобы выполнить. Судя по всему. А можно вот я сейчас прокачался, заспаунить мне велосипед, и чтобы я допрыгивал? А то, ну это же беда. Так, он появился, отлично. Сейчас еще раз попробуем. Блять, у нас склад велосипедов будет. Ну-ка, давай. Хорош. Так, сразу. Отлично. 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 Сразу все много секунд набираем на легких этих. Прекрасно, мускулатура улучшена, достиг максимум. Ну, ебать, раз у меня максимум, теперь ты должен нахуй вообще без остановки тут хуярить своим велосипедом ебучим. Ну, прыгать он, по-моему, и правда стал повыше. Хотя я не уверен. Да, блядь! Вот это как кольцо взять, я вообще не понимаю. Если некоторые еще ладно, каким-то боком, блядь, можно, то некоторые кольца, вот это как взять, опять-таки. Да, блядь, я до туда никогда в жизни не долечу, вы что, с ума сошли? Вот ты придурок, а, господи, боже мой. Ну и как я должен был, ёпта? Блять. Так, что ли? Блять, 46 секунд. Ну, я ебал. Три кольца осталось, которые невозможно собрать. Три или сколько тут, блять. Ну, это допустим. Навык велосипедиста улучшен. Да я ебал. Сука. Да камон, это, блядь, невозможно. Вот это как кольцо взять? Я не понимаю. Вот это нахуй, как ты отсюда долечу я? Ты посмотри, сколько я не долетаю. Я даже, блядь, рядом с ним не приземляюсь, не говоря уже о том, чтобы... Как мне эти кольца-то взять? Я вот этого не понимаю. Вот это кольцо взять невозможно. Два кольца, которые взять точно невозможно. До одного, может быть, как-то получится там допрыгнуть, и то маловероятно. С остальными я, в принципе, разобрался. С этой хуйней я вообще не понимаю. Ладно, будем думать. Сейчас, может, погуглю, как там кто проходит. Сейчас вернусь. Так, друзья, продолжаем. Короче, я немного прогуглил вопрос, связанный с этой миссией.
Многие советуют прокачать сначала навык вождения на велосипеде на 100%. Это первое. Потом я нашел, что оказывается на КТРЛ можно зажать на пару секунд и подпрыгнуть. Вот, можно, ну, чуть-чуть зажать и немножко подпрыгнуть. Можно зажать сильно и подпрыгнуть повыше. Возможно, таким образом у нас получится достать какие-то контрольные точки. Вот, ну не знаю, давайте попробуем еще раз. Если не получится, значит, будем кататься на велосипеде и приедем сюда, когда будет уже 100%. Если получится, значит, отлично. Блять, ну ту точку я не взял, да? Красиво. Ну вот эту я не знаю. Он, блядь, не допрыгивает до нее. Получается, видимо, рано. Видимо, нужно как-то прокачать эту хуйню всю. Вот эту он возьмет, например. А вот тут до этого он не допрыгивает. Я, блядь, как не разгонюсь. Вообще по хуям. Эту можно и вот так вот. Некоторые точки получается легче вот так вот брать. Блять, ну тут я сам протупил, ладно. Я сейчас хочу вот эту точку чисто взять. Я остальные не буду задрать. Все равно мы тут сейчас не пройдем. Я просто хочу потренироваться на этой точке. Блять, да как тут правильно прыгать-то, ебаный в рот. Так, ну-ка еще раз. Я сжимаю КТРЛ. Блять, а он так не едет, нихуя. Сука, вот это непонятно. Возможно, и тоже получится взять, тупо встав по центру и подпрыгнув. Короче, хуй его знает. Пока что тогда оставим это все дело. Пока у нас не будет прокачано на 100%, не будем тут больше терять свое драгоценное время. Едем в таком случае на этом же велике. Прямо я еду вот сюда. Потому что там у нас находится еще одно испытание. Там у нас точно мотоцикл. Вот. И то испытание мы, наверное, сможем выполнить. Ну, если мне, конечно, хватит мастерства. Просто тут дело даже не в том, что мастерства не хватает. Хотя ту точку я, возможно, и смог бы взять. Даже на текущем уровне. Но вот последняя, до которой я пытался допрыгнуть. А вот одна точка, которая там одинокая такая висит, до нее только с прыжком, видимо, и как-то из центра вот так вот нужно подпрыгивать. Короче, хуй его знает. Почему про вот этот катарельный прыжок мне никто не сказал раньше, не понимаю. Если бы я про него знал, было бы все намного лучше, я считаю. Но мне никто ничего не сказал. Ладно. Ой, навык велосипедиста у нас уже, кстати, на 50%. Мы сейчас как раз катаемся туда-обратно. Вот, и нормально все будет. И будет все нормально. И миссия на горе у нас станет доступна. Точнее, три миссии на горе. И этот пройдем. И все отлично. Нормально, нормально. Серия идет пока что полчаса. Времечко у нас еще есть. Вот. Мы идем очень даже вполне себе хорошо. Поэтому нормально. Все успеем, все сегодня пройдем. Ну, может, что-то и не успеем. Ну, останется, значит, на следующую. Это ничего страшного. Давай, давай, дружище. У меня же выносливость на максимум прокачивает. Почему он устает, я не понимаю. Он вообще уставать не должен. Он должен хуярить. Как конь. Без передышки бежать. Крутить педали. Он, блядь, мозги делает. Ну ладно, ничего страшного. Если бы он ехал, блядь, вот так вот быстро на постоянке, не приходилось бы мне жать W, я бы, может, и катался на этом велосипеде. Ну, музыки еще, конечно, не хватает. Ладно, музыки тоже. А так, блядь, заебывает. У меня вот рука левая устала. Постоянно нажимать на это гребаное W.
Хочется уже пересесть на что-нибудь поудобнее. Ну, надо прокачивать навык его спиниста. Поэтому будем прокачивать. Ладно, еще он прокачивается быстро, потому что... если бы он прокачивался как навык на том же автомобиле или на мотоцикле, блядь, на которых мы с вами всю игру ездим, а там до сих пор не 100%. А это нифига себе, да? Так, все правильно. Что ты делаешь? Зачем ты это делаешь? Это было вообще беда, короче. Тут еще по-божески нам накидывают, тупо. Тупо за 1-2 серии вполне себе можно это все дело прокачать. Там, блядь, 40 серий уйдет, и то. Ничего нет. Наполовину разве что прокачается. В общем, беда. А тут более-менее нормально. Ну давай, ты что не едешь? Давайте я прыгать буду. У, ебать, это как я так высоко сейчас подпрыгнул? Ух, хорош. Разгон. Ну еба. Нормально. Тихо, тихо, тихо. Он уже даже более-менее перестал слетать. От того, что врезается. Раньше он от любого столкновения у нас падал, если вы помните. Давай, давай, дружище. Я в тебя верю. Блять, ну на гору я поеду только когда у меня 100% будет. Я ебал. Я не знаю, сколько там нужно мастерства. Просто туда добираться полгода, реально. Поэтому сначала все это дело прокачаем, а потом уже... Ну ты что слетел-то, дурень? Так же хорошо ехали. И почти приехали, между прочим. А что не едем-то? Что, колесо проколол? Или что случилось? Или в текстуру попал? Непонятно. Так, вот эта миссия находится... Ну, вторая миссия по типу такой же находится вот здесь вот. Надеюсь, она будет попроще. И выполнить мы ее сможем. Так, я сразу еду, наверное, вниз. Да? Ёбаный в рот. Куда ты нахуй, придурок? Блять, а как тут подпрыгивать-то так чётенько? Он у меня летит вообще совершенно не туда, куда я хочу. Ну это ладно. Ну это хорошо. Блять, ну зачем ты слетаешь? Сядь быстрее. Пиздец. Ну блять, а не хватает, а я что могу поделать? Да сука, почему ж так летишь-то ты криво? Блять, вот ты еблан, а. И почему ты не взял? Ебать, я разогнался нахуй на идеальную эту траекторию. Красиво. Красиво. Вот это некрасиво. Так поступать со мной. Сука, блядь, он сворачивает то налево, то направо. Я не понимаю, что с ним происходит. Еблан какой-то. Красота. Да ёбаный свет ты затрахал просто. Почему ты падаешь каждую эту? Что? Он еще и не садится. Ну еблан. Что взять? Что взять с него?
Не попал, молодец. Ну, блядь, три точки, серьезно. Ну, вот эта ебаная точка, она вообще не хочет браться. Вот что хочешь, делай. Ты слез с байка. Да ты ебанутый, что ли? Я, блядь, время у меня кончилось. Не слезал я с твоего байка. Да, тут вроде как, говорят, можно поставить моцик на то же время и начать заново. Я, конечно, не уверен, но... Проверить стоит. 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 Да, красиво. Так, давай сначала поверху. Так, все, там больше ловить нечего. Сразу сложную. Блять. Нормально. Красиво. Так, выцеливаем. Есть такое дело. Еще две. Прекрасно. Так, все, четыре точки остается. Самые сложные. Да, блядь, ну он едет вообще не туда, куда я хочу. А, блядь, пять точек, серьезно. Так, ну сейчас он хотя бы поменьше падает у меня. Так, ну-ка, спокойно. Блядская баланда, сука, спокойно, тихо. Не паникуем, все нормально. Красота! Следующий. Вот с теми что делать? Они, блядь, как-то на углах очень плохо стоят. Ех ты! Ну ладно. Может мне так же выцеливать их? Блять, ну не туда подпрыгнул. Ну вот обидно. Обидно. Сука, ну конечно, я видел. Ты еще и упал. Молодец, придурок. Ой, ебать, захватил. Но я, блядь, не успел. Ну, блядь, давай еще 10 кругов, сука, наверни, дебил. Вот если бы он... Если бы мне повезло, я бы взял ту точку. Было бы отлично. Одна точка. Самое сложное, блядь, не берется. Этот ебан, блядь, еще с своего этого мопеда слезает. Не вовремя. Вечно. Отлично. Поехали. Вот эту сразу. Хорош! Ёбаный свет, ну все, это пройдено. Почти. Остальные точки, они вроде как полегче. Я ж ту взял или не ту? Блять, я что, не ту взял? Сука. А почему я под... Нет, я ту взял, по-моему. Тут другая. Вон там вот висит, да.
Ну и почему мы не допрыгнули? Хотелось бы узнать. Красота. Ех, обидно. Так, вот эту нужно взять. Молодца. Три точки. Три точки не самых сложных. Чуть не хватило разгона, ладно. Есть такое дело. Да бляха. Две точки, нормально. И минута, минута, это дохуя. Отлично. Еще и сальто, блядь, какой-то выполнил. Да хорошая, что это за точка, почему она не берется? Что он перестал мраться, она всегда бралась. Поехали. Новый рекорд. 2 минуты 12. Ёбана. Ёбана несложно вообще ни разу. Ну вот тут, блядь, все зависело от меня. Тут я все сделал по красоте, собственно говоря. С какой? С третьей попытки? Со второй, с первой? Практически с нулевой. Отлично. С этим делом мы разобрались. Так, а где мой велик? Куда он делся? Верните велосипед, пидорасы, блядь. Я его где оставил-то? Ну в смысле, он пропал? Это нечестно. Ладно, сейчас еще один найдем. Велосипед нам нужен, чтобы... закончить миссию. С этими гребаными челленджами. Ну дайте хоть один-то, ёпта. Шо, какие жадные люди, ты посмотри, ни одного велика нет на улице. Просто берут и жмотят. Хотя, блядь, тут на велосипедах-то такой райончик. И не должны ездить. Может, вот здесь вот есть. Вроде давали какие-то призовые тачки, нет? Хуя нету. Ну, на трассе точно не будет. Надо в каких-то этих жилых кварталах искать. Обычно там они ездят. Сосисочные, блядь, тренажерки. Все, блядь, на свете есть. Но вот здесь вот. Бляха. Ебучее дерево. Мне очень нужен моцик. Вы чё, ребятки? А чё у меня хпшка так упала? Это когда я падал, что ли? Твою налево. Ну, блядь, он специально сейчас не будет мне появляться. Ну, что за говно? Я, блядь, столько езжу, и ни одного велосипеда не было. Да хорош, ну что ж ты падаешь-то, скотина ёбаная. Ну все ж прокачано, ёпты. Моцки, блядь, попадаются, великов нет. Вот что хочешь с этим, то и делай. Где деньги мои? Ну, сука. Блять, пиздец просто. Вы рофлите? Нет, ни одного нету. Но он мне нужен. Вы чё? Так, ладно, куда я сейчас еду? Я еду вообще не в ту... А, ну хотя нормально я еду. Ладно, блять, поехали. Может где-то по дороге встретим. Они бывают за городами встречаются тоже.
Ну вообще это, конечно, не дело. Это хрень какая-то. О! Стой! Ты чё, блядь, каску напялил? Стой, сука. Да не надо меня... О-о-о! Дружище, смотри, меняемся. Я тебе моцик, ты мне велик. По-моему, честно. Бля, это какой-то motion bike. То были обычные. Может, этот прыгает выше? Не, нихуя. Прыгает так же, а в чем разница? Непонятно. Ладно, пофигу. Все, едем туда. Сейчас как раз пока мы едем, половина этой хрени у нас и прокачается. И будет практически соточка. Вот. Хотя там, конечно, рекомендовали прям именно на сотке проходить. Не почти, не на 80, а именно на 100. Ну ладно. Может быть и до 100 долетит. Дорога не близкая. Бляха, времени, кстати, дофига прошло, уже 50 минут. Да, блядь, с этими ебаными челленджами столько этого ушло. Столько геморроя. Лишний вес улетел. Ну вот, все, блядь, на велосипедах ездят, когда уже не нужно. Чё я куда еду? Мне надо было направо свернуть. Между прочим. А, ну в принципе. Ну, можно вот так вот, конечно. Да не, лучше... Вот тут было свернуть, мне кажется. Давайте так и сделаем, собственно говоря. Давай, 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 дружище, крути, пожалуйста. Прокачивай там все эту жопу. Или что ты себе там прокачиваешь? Навык поднялся еще чуть-чуть. Там где-то 60% сейчас, наверное. Дружище, надо сотку. Надо сотку, как хочешь. Крути, блядь. До изнеможения, но сотку мне сделай сегодня. Мы должны тот челлендж выиграть. А то чё я, блядь, по одному челленджу в серию буду проходить? Не, это ты с ума не сходи. Давай, 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 давай. У нас, блядь, все прокачано. И выносливость, и мускулатура. Ты должен, блядь, крутить эти педали. Просто овладевать своим мастерством. Велосипедным. Ладно, и в воду не падай. В воду не падай, и все будет хорошо. Блядство. Ну что ты встала здесь, курица тупая ты? Не видишь, блядь, тут чуваки на велосипедах ездят. Она, блядь, стоит, бамбук курит. Блин, что-то очень мало. Что-то очень мало. Я уже почти приехал, а нифига не прокачал. А почему? А почему так случилось? По-моему, я очень много прокачал, когда тренировался вот на этой фигне. Пытался там собрать. Все это дело. И очень быстро у нас прокачка шла, хотя я ее и не видел. Но потом очень много процентов оказалось. Еще, отлично, отлично, отлично. Там уже процентов 65, может даже 70. Ну, нужно еще, парень. Ой, ебать, прыгает. Но это все равно, по-моему, недостаточно. Нам нужно хотя бы еще, чтобы одно повышение написалось нам. Ну, типа. Чтобы он сказал, типа, вы можете прыгать выше, все такое. Мне кажется, там значительная прибавка идет именно по прыжкам. Блять, пиздец, я, если бы не этот, не узнал, что... Я мог вообще не узнать, что на КТРУ можно прыгать.
Я вообще бы никогда эту миссию в жизни не прошел. Об этом нигде, сука, не было сказано. Вообще нахуй нигде. Я тут смогу проехать? Бляха. Да ебаный в рот, одни заборы. Кто так сделал? Кто так сделал, кто так поступил? Давай, давай! Ты чё, в смысле, как понять? Серьезно? То есть ты на эту горку не можешь заехать? Может. Чё, сразу не заехал, блядь. Взял, врезался. Давай, я вот тут чуть-чуть покатаюсь, смотри. Нормально? Ой, попрыгаю. Бонусы. Хуёнусы. Тихо. Поздно. Это я, блядь, просто тренируюсь, ёпта. О! Навык усилился, теперь ты сможешь совершать более высокие прыжки, ворачивать на боль. Отлично. Прекрасно, я очень рад. Так, все. Слезай. Кстати, с велосипедом, возможно, тоже так можно было сделать. Ну, в том смысле, поставить его на место, сесть, и задание, может, заново бы началось. Я прям даже не знаю. Блять, эту кнопку нажал. Отлично. Да ёбаный в рот, нахуй ты врезаешься, придурок. Блять, а чё я тут мозги-то ебу? Мне ж нужно одно кольцо проверить. Самое главное. Быстрее давай. Если оно соберется, то жизнь прекрасна. Отлично! Он до этого не допрыгивал. Все, теперь есть шанс. Так я ебать все так кольца, что ли, могу собирать? Серьезно? А это смогу? Блять, до этого не долетает. Это кольцо я, кстати, тоже ни разу не собирал. Тут, мне кажется, надо просто как-то... Да блять, как прыгнуть-то правильно, ёбаный в рот. Сука. Заедь, еблан! Ну и почему? Ёбаный в рот, ты заебал уставать. Да нахуй ты падаешь, блядь, на ровном месте, сука! Пиздец, ты, блядь, садился дольше, чем... Тебе, блядь, дали бонусного времени. Еблан. Как прыгать правильно на этом ебаном велике. Сука, вот эту хуйню как взять, я тоже не понимаю. Да ебаный в рот, ты затрахал, он, блядь, просто... Что, блядь, а что, почему я... Что с видом-то? Камера, я имею в виду. А что случилось? Ты разве не мог? Блять. Камера разве не крутилась, сука, на мышку?
до этого. А, блядь, у меня мышка села. Я думаю, что за хуйня? Во. Она же должна крутиться, я ж помню. Да, блядь, ну почему? Давай вот прямо сюда поставлю. Ну вот, смотри, тот же байк, блядь, на том же месте. Хорош, можно. Отлично. Чтобы мне долго мозги-то не ебать себе. Блять, ну ушка еще подставляет, что я могу? О, еще и навык. Качнулся. Блять. Сука, вот эту хуйню я не понимаю, как сбить. Блять, просто ее не берет. Дебил какой-то. Так, отлично. Минута 18. Ну ты заебал уставать, дурень. Что с тобой? Отлично. Зараза. Так, остался вот этот прыжок и там. Блять, ну ёбаный в рот, да как же здесь правильно это делается-то? Он не прыгнул, сука, дебил! Я реально не пойму. Вот это кольцо хуй возьмешь. Я думал, то, блядь, невозможно. Я ошибался. Блядь, тут вообще не разгонишься, нахуй. Пиздец. Да, хорош. Все, я понял. Блять, теперь осталось взять три колечка. Сука. Отлично. Отлично, последнее нахуй. Тоже нихуя не простой, но 30 секунд имеется. Надо... Блять! Надо, во-первых, назад отъехать, а во-вторых, после прыжка. Сука! Блять! Нет, пожалуйста. Да блять, зацепись ты, ебучий! Да сука, ну одно кольцо, ну ебаный в рот, ну блять! Я потом ту хуй опять возьму! Сука, ну бля, а почему? Говно! Ну нечестно так, ты должен был выиграть. Да почему не начинается миссия, это ебаный свет? Что не так? Ну что не так, блядь? Что? Мы же отсюда начинаем, ёбана. Чё не так-то, сука? Пиздец, просто обидно, капец, я не знаю. Победа так близка была. А я одно взял или два сейчас? Куда? Пиздец просто, блядь. Каким хуем? Ну.
Ясно. Ясно, ясно, ясно. Да что ты делаешь, блядь, он еще... Да ёбаный в рот, блядь! Пиздец, он просто берет и встает на месте! Как вкопанный нахуй! Я ему ускорение жму, он вообще не перестает ехать, сука! Ты дебил? Нет, объясни мне! Ебанутый! Еще, блядь, ты жрать будешь сейчас мне хотеть, конечно. С этим кольцом ебучим. Отлично, блядь, с первой попытки. Теперь с этим кольцом ебучим. Сука, назад отъедь! И почему? Я не понимаю, блядь, почему? Да сука, какого хуя-то? Пиздец какой-то, блядь. Да блядь! Ты дебил, нет, объясни мне, что происходит. Пиздец какой-то. Он, блядь, перестал туда запрыгивать, я ебал, что за придурок, сука. Что происходит? Ты до этого нормально залетал туда. Что сейчас-то случилось у тебя? В мозгах, блядь. Твоих деревянных, сука. Имбецила, кусок. Что, блядь, ты нормально залетал туда? Ну что произошло, ёбаный в рот? Пиздец какой-то просто, блядь. Ебал я в рот. Блять. Чтобы он прыгал, сука. Да заедь сюда, спасибо. Чмошник, блять. Я, блядь, почти на сотку прокачал эту хуйню. Чтоб он, блядь, не уставал педали крутить. Чем вот это вот все. Отлично. Сука. Ладно. Так, три кольца осталось, блядь. Самых говённых. С этим, блядь, я вообще не понимаю, почему он перестал сюда ездить. Спасибо! А почему сразу так, блядь, не сделал? Я, блядь, то же самое сейчас нажимал, что и до этого. Вот вообще то же самое. Все, это, походу, победа. Блять, не зарекайся. Давай, вот, блять, ну что нахуй?
Он просто, блядь, берет почему-то иногда не этот. Педаль назад не крутит. Я ебал, 2.34. Охуенно. Я, блядь, на Амоцке все быстрее собирал, чем на этом ебаном велосипеде. Отлично! Прекрасно! Час 10 идет серия, значит, у нас остается. Подытожим. Миссии курьера, задание на горе. И, в принципе, все. Чекпоинты мы собрали. Амунацию выполнили. Скупить всю недвижимость, но это по мере прохождения, так сказать. Так. Кстати, давайте-ка вот до сюда, блядь, доедем и купим последний дом в этой местности. Ну, вот в этой городской черте, по крайней мере. Да? Заодно еще чуть-чуть на велосипеде прокачусь. Я думаю, теперь нам точно хватит на задание для горы Чилиад. Для этих миссий. Вот. И будет отлично. Будет отлично. В следующей серии мы туда с вами съездим и добьем окончательно доп. Миссии, чтобы больше к ним вообще не возвращаться. Чтобы у нас остался только сюжет. Только самое интересное. Вот. И будет отлично. Чтобы уже мне мозги не ебать со всем этим делом. Мы с вами так и поступим. Навык велосипеда улучшен. Достигнут максимум. Я очень рад. Кстати, надо пожрать. Пока я не забыл. Давайте прямо сейчас это сделаем. Ну, тихо. То у нас там уже мускулатура упала чуть-чуть. Ёпта. ХПшка неполная. Так, значит, мне нужен... Нет, мне нужен вот этот наборчик. Раз. Я сразу 11 жру. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ладно, хватит. Вот, чтобы просто на подольше хватило. Он этот жир в любом случае скинет. Вот кому интересно. Так, все, велосипед достигнут максимума. Я очень рад. Больше мы на него пока что не садимся, значит. Ну, сейчас только до чекпоинта доедем. Где тут можно домик купить? Ага. Слезь ты с этой хуйни. Так, 10 тысяч. Без проблем. Все, недвижимость приобретена. На этом мы с вами сохраняемся и заканчиваем на сегодня. Всем большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, вступайте в паблик ВКонтакте, добавляйтесь ко мне, друзья. Я вас приглашу в беседу. Ну и увидимся с вами в следующих сериях по GTA-шке. Всем до встречи и всем пока. Ебать, я засвечиваюсь. Ну, в следующей серии поправлю. Все, всем пока.